горные вершины зачастую становятся визитной карточкой какой-либо страны. К примеру, Непал и Китай известны всему миру Джомолунгмой, а Франция и Италия – горой Монблан. Самая высокая точка России – Эльбрус, который находится на Северном Кавказе. Впрочем, юг России всегда славился своими красотами, в том числе и Ингушетия. Сюда приезжают десятки тысяч туристов каждый год. Многие из них даже отмечают – у ингушских гор есть своя изюминка. Разрезано, как он сказал, дракон, да, там легенды. Там вот что когтями, это как будто разрезано водой. Это вообще что-то чем-то. Реально, что на самом деле, как будто такой дракон подлетел, да, 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 и когтями все расцарапал, да, всю стену. Ну, нет, да, вот нужно, где лес, где нет леса. То так пласты, то так пласты. Как деревья вообще там держатся, вообще непонятно. Очень хорошее впечатление. Да, как на самом деле деревья, очень красиво. На самом деле, вот на самом склоне такое дерево выросло. Угу. Очень-очень красиво. Позавидуешь вам, что у вас тут такая красота. Первый раз, конечно, я попала в такую красоту. Мне очень здесь нравится. Это просто непередаваемое ощущение от Ингушетии, от гор. Ну, я вообще обожаю Кавказ, я обожаю горы. Международный день гор учрежден относительно недавно, в 2003 году. 11 декабря этот день занесли в международный календарь по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. Для того, чтобы обратить внимание на важность развития горных регионов, сохранение их природного рельефа и улучшение уровня и условий жизни жителей гор. Осторожно, горы Ингушетии вызывают привязанность. Такими шутками бейсджамперы поддерживают друг друга перед очередным стартом. Альпинисты, парашютисты, бейсеры, сказочные горы Ингушетии удивляют даже тех, кто, казалось бы, и так повидал почти весь мир. Первый раз я прыгнул здесь, с этой горы. Очень понравилось. Хорошие горы, высокие. Такие неприступные, но такие уязвимые. Важное значение Дня гор заключается в том, чтобы напомнить о необходимости сохранить экосистему горных массивов. Самые популярные туристические места зачастую засоряются. Например, Япония неоднократно выдвигала самую высокую гору страны Фудзи в качестве кандидата в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Но эта заявка отклонялась в связи с сильной замусоренностью горы. И тогда в Японии началось поистине всенародное движение добровольцев с целью привести склоны горы в порядок. В Ингушских горах все больше становится проблема вандализма и загрязнения экосистемы. Так, в Джайрахско-Асинском ущелье скалы почти на каждом шагу изрисованы надписями. Конечно, так неправильно сделать. Естественно, самим надо понять, что это неправильно, что это их не дом, наш дом, это полностью наш дом. Никак до нас же предки до нас не довели эти башни. Это для того, чтобы мы их раскрасили, так ведь? В свете подобных событий 11 декабря Международный день гор становится еще более актуальным. Однако этот день всего лишь ежегодный толчок. Горная экология нуждается в непрерывном внимании. Ее сохранение должно быть образом жизни для тех, кто живет в горах или в их непосредственной близости. Лейла Гайсанова, Залина Магушкова, Новости 24.